Детям рассказали, как правильно вести себя на водном транспорте и надевать спасательные жилеты. Встреча с речниками завершилась прогулкой на теплоходе по Волге. К особым детям нужен особый подход. Ежегодно линейный отдел МВД на транспорте проводит встречи с воспитанниками специальных школ-интернатов для детей, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Основная наша работа – это, конечно, профилактика безопасности. Так как наши объекты – это железнодорожный транспорт, речной порт и аэропорт, мы проводим такие, значит, экскурсии в преддверии вот сейчас летнего сезона, в преддверии Дня защиты детей, и знакомим ребят с работой речного транспорта. И как бы, чтобы им было интересно, это все проходит у нас на теплоходе. Ребята здесь у нас надели на себе спасательные жилеты, все примерили, им рассказали о мерах безопасности на воде. Вот такая наша работа, в принципе, основная – это профилактика детского травматизма. С воспитанниками Кугейской школы-интерната постоянно работают волонтеры, представители самых разных профессий. Такие встречи вне стен школы необходимы детям для их адаптации в обществе. Сегодняшняя поездка детям очень много даст в плане поведения себя на воде. Мы очень даем тоже много разных правил по технике безопасности на дорогах, на улицах, дома, как вести себя в общественных местах, в транспорте в том числе. И сегодняшняя поездка – это будет один из тех одним из тех мероприятий, которые тоже им расширит кругозор и, я думаю, надолго запомнится, как себя вести на водном транспорте и на воде. Знакомство детей с правилами поведения на воде и водном транспорте было наглядным. Малыши сами примерили на себя спасательные жилеты, познакомились с устройством корабля и посмотрели обучающий фильм. Чебоксарский речной порт сделал своим маленьким гостям подарок – прогулку на теплоходе по Волге. Товарищ капитан, скажите, пожалуйста, часто приходится возить такого необычного пассажира? Да, я бы сказал. Бывает? Бывает такое. А ощущения какие? Большая ответственность на вас сейчас лежит? Ну, дети же. Сегодняшний урок под открытым небом надолго запомнится детям. У них остались самые яркие впечатления от знакомства с новыми для них правилами. Нам сегодня показывали теплоход. Я умею надевать спасательный жилет. Теперь буду соблюдать правила, как вести себя на транспорте. В преддверии Всемирного дня защиты детей 1 июня воспитанники школ-интернатов посетят много интересных мест. Сегодня в рамках акции дети посетили Чебоксарский аэропорт. Александр Гаврилов, Александр Петров, Республика.